Всем привет, с вами Карваш74, и сегодня мы рассмотрим очередную модификацию для игры Spin Tires ГАЗ-66, который заменяет УАЗик. А УАЗик у нас стоит на побережье. Итак, приступим. Вот он наш ГАЗ-66. Так, давайте перемотаем время. Окей. Ну, смотрится достаточно впечатляюще по внешнему виду. Что-то эта табличка вечно высовывается. Да, кстати, вообще детализирован очень сильно салон. В салоне шикарно, конечно, все сделано. Так, давайте заведем его и подъедем, посмотрим, что же на него можно повесить. Опа, добавили, как будто выхлоп идет горячих газов из трубы. Это очень даже симпатично смотрится. Но я думаю, что это очень красиво будет смотреться в модификации с зимой связано. Так, платформа, борт. Включим менюшку. Бортовая платформа. Ну, платформа как платформа. Ничего, никакого ноу-хау. Защита кабины. По-моему, защита кабины у него своя. Так, далее. Прицеп-генератор. А зачем он нужен? Для чего, собственно? Прицеп-генератор 200 очков. Я так понимаю, это ремонт. Да. Генератор он ремонтирует. Платформа борт. Она тоже ремонтирует. Ясно. Так, смотрим дальше. Судя по всему, нам придется... Да что ты, это адовая камера? Как-то вот так вот. Да. Так, защиту кабины оставим. Платформу борт уберем. И уберем... А, нет, генератор пускай стоит. Так, бортовая платформа. Отлично. Оп-оп-оп-оп-оп! Эй, куда? Стопы. А что происходит? Ребят, глюк. А он ехать сможет? Так, давайте-ка прокатимся. Да, он ехать может. Давай, двигайся. Достаточно мощный. Мощная шишига. Все, мы сломались. Здорово. В общем, глючок такой достаточно интересный. Ну, все равно нас заглючило этот генератор. Поехали. Красивое кататься. Его, по-моему, даже задирает. Нет, ну неужели нельзя сделать, вот подъезжайте к гаражу, чтобы вот эта противная табличка не вылазила, на какую-нибудь кнопочку сделать ее, чтобы она выходила. Допустим, подъехали, нажали F, и табличка вылезла. Зачем она автоматически вылазит, я не представляю. Ремонт, да, подъехал, автоматически отремонтировался, но табличка-то, она же мешает. Вот делать обзор, она очень мешает, потому что начинаешь крутить, и эта табличка стоит еще. Ну ладно, речь сейчас не об этом. Нам нужно убрать этот генератор или же... Давайте генератор уберем, не будем мучиться. Так, цепляем платформу. Так, сцепка. Ага, нет, тогда мы сцепку
Да давай. Что ты? Сцепку уберем. Кунга. Что-то типа, наверное, какая-то лаборатория. Да, там тоже что-то сделано. Интересно. Оп. Стоп, стоп, стоп. Так. Автор, мне интересно, а как туда люди должны попадать, в эту будку? Они что, сквозь стены должны проходить? Ну ладно. Что сделано, то сделано. Платформа, кузов. Обычная платформа, убраны деревяшки по бокам и сверху для тента, собственно, потолок. Прицеп. Прицеп. Хороший прицеп, красиво. Так. Убираем. О, да. Передний выхлоп. Это шедевр. Мы уже все знакомы с этим передним выхлопом. Все мы в лесу собираем. Малейшая кочка и все, и урона можно столько получить, что мама не горюй. Так, а что у нас, собственно, дает? Так, запасное колесо — это 100 ремонтных очков. Платформа кузова 200. Угу. Колеса. Стандартная резина. Это, по-моему, если мне память не изменяет, это тоже стандартная резина газовская. Увеличенные колеса газ. А, да, эти колеса взяты из мода. Мы уже это обсуждали в моих предыдущих роликах. Вот. Давайте посмотрим. А, да. Мы сейчас снимем эту платформу, посмотрим на рессоры, как они работают, собственно. Так. Убираем и поехали. Прокатимся немножко. Краш-тест будем проводить небольшой. Или тест-драйв. Нет, краш-тест — это когда раздалбливают машину, а мы ее раздалбливать не будем, мы только посмотрим. Ну, рессоры прыгают, но не сильно. Возможно, из-за того, что, собственно, веса-то на нем никакого и нету. Но рессоры работают. Так, давайте-ка мы заедем сюда. Грязище в разные стороны. Стоп. Я думаю, что по поводу кабины сейчас мододелы сейчас делают детализированные кабины именно потому, что скоро да что-то я залезть на него не могу. Именно потому, что скоро будет вид от первого лица. Да, подвеска работает и очень даже хорошо, то есть видно прекрасно смещение моста, то есть он на бок наклонен. Проходимость, видимо, у него тоже хорошая. Давайте на наш тест-драйв полигон заедем. Посмотрим, что у нас тут покажет. Да, подвесочки работают идеально. Я проверяю модификацию на бета-версии игры, на лицензионной версии бетки. И, видимо, вот этот вот выхлоп газа горячего, раскаленного, это добавлено совсем недавно, потому что я, по-моему, позавчера смотрел, и этой фишки еще не было, насколько я понимаю. Теперь она есть. Так. Скриншотик на превьюшку.
Итак, мы рассмотрели сегодня ГАЗ-66, который заменяет УАЗик. С вами был Карабаш-74. Всем до скорых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на канал.